Еще одной детской площадкой больше. В Новых Химках появилось новое игровое пространство. Почти в 500 квадратов и выполненная в космической тематике площадка рассчитана на детей и подростков. Одной из первых ее оценила Светлана Дагадина. Многодетная мать с младшим сыном уже обошла все горки и качели. Говорит, новое место для прогулок вне конкуренции. В этом округе и вообще в городе Химки достаточно много детей. Поэтому площадок нужно как можно больше. Лучше бы вообще в каждом дворе были бы такие площадки, чтобы родители и дети не посещали площадки других округов. Вышли возле дома, своя площадка. Это просто великолепно. На открытие площадки приехал и глава Химок Дмитрий Волошин. Лично оценить качество работ. Для строительства использовали богатый ассортимент игрового оборудования из безопасных материалов. Также площадку снабдили камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион». Всего таких площадок в городском округе установили 4. Они появились в рамках губернаторской программы по благоустройству дворов.